Всем доброе утро. Давно не выходила на связь. И хотелось бы, вот сегодня у нас вроде опять намечается такой очень насыщенный день. Ну, хотелось бы показать, что мы сегодня за день будем делать. Ну, для начала, конечно, я уже управилась, выгнала коров. Сейчас разнесу молоко тут рядом бабульки. Ну, остальное все увидите, смотрите. Ну вот, до обеда не получилось ничего вам снять. Непредвиденные дела, но это все потом. Вот, привезли вот такую вкуснятину, целый прицеп. Мы не косим на весь год, косим вот так вот, кормить. Настя, товарищ, да греется, греется тебе молоко, греется малинка. А вот этот товарищ сегодня напугал до потери сознания. Сбежала со стада домой. Что случилось, мы так и не поняли, что именно произошло. Но у нее были сильные колики. Вроде не раздулась. Но мы все равно ей залили тампонол и масло. Пришлось лететь в ветлечебницу, потому что все есть, но тампонол нету. Вроде не раздувалась. Сделали дротаверин, 10 кубиков сделала. Ну вот, вроде бы полегчало, вроде успокоилась. Била себе по животу, сгиналась, ломалась, кривлялась. Рубец еле работает. Да, ну я снижен. Ну и сейчас я бы не сказала, что прям. Какой-то прям. Ну что, сейчас будем пробовать доить. Накладываем вам сено и доимся. Ну, пойдемте покормим малинку. А где эта девочка? Идёт. На, на. А я тебе пока сено принесу. Все, так вот, дойные красавицы, готова к дойке. Веснушка? Да, да, веснушка. Все, ты пошла в ранг старших. Ну, вот так. Это бусинка. Так, ну, как доила, я уже 100 раз показывала. Ну, я куклу подоила. Прибежала, у меня тут все варится на окрошку. Жара невозможная, духота, наверное, будет дождь. Сено мы привезли. Ну, мы как, мы не на зиму заготавливаем, а я даю в обед обязательно. Вы видели, оно вон прям зеленое. И вечером даю, потому что все равно мы пасем, ну, 3-4 часа утром, 3-4 часа вечером. Это очень мало для коров. Корова должна для надоев жрать круглосуточно, можем так сказать. Ну, вот сейчас солью картошку. Я так рада, что мы сделали эту комнату. Так это еще нету жары. Ну, а вы смотрите дальше. Забыла сказать, еще в кастрюльке варятся ножки на холодец. Ну, я знаю, что есть у меня такие, что свинину нельзя. Ну, не обижайтесь, у нас культуры разные. Но я все равно за мир дружбу. В общем, в этом году мы продали двух бычков,
тёлку вот эту хромоножку, так что я, как я поняла, что ну, я её не смогу оставить на корову, просто не выхожу. И двух коров. Вот уменьшили настолько стадо. Выпускаем красавиц своих. Ну, если пошла пить воду, значит все нормально. Обычно прям первый сигнал не пьет воду. И опять он все ломает и крушает. Хотели натянуть сетку. Видите, у нас эти столбы теневую. Специально покупала в том году почти за 8000. Ну, видите, какой ветер, вон, видите, под деревьям. Мы сено еле собрали. И то это он еще успокоился, чудок. Я думаю, что у нас просто ничего не получится. Так, продолжаем дальше дела делать. Вчерашняя сепарированная сметана. Будем взбивать масло. Побежи. Отпускаю малинку на баз погулять, пока ушли взрослые коровы, чтобы они ее не обижали. Котик! Я тоже... Ты прям безудержная была. Вот так, вот так. Молодец. Нам, конечно же, вот это все мыть. Вот это все мыть. Ну и там привезли еще 3 ведра, сыворотку забирали. Жарко, душно. Но я продолжаю работать, а вы продолжаете смотреть. Ну, как я это все мою, я больше не буду показывать. Вы это все видели 100 000 раз и в каждом видео. Что будет дальше, покажу. Смотрите. Планы были на сегодня грандиозные, но как в том анекдоте. На свадьбе хотел встать и сказать тост, а получилось икнуть и пукнуть. Так и мы. Во-первых, я не ожидала, что я столько прокатаюсь по магазинам. То-то надо, то-то надо, то-то надо. Хотя каждый день в магазинах, я не знаю, просто надо 1 000 000 000 денег каждый день, и их каждый день будет мало. Во-вторых, опять... С коровой я сколько проскакала, и ветлечебницу пришлось, вылупив глаза, лететь. Вот хорошо, что был дротаверин дома. Просто хотел сказать, что врач-то и не помог. Вот единственное, что я тампонол еще купила. Все. А больше что? Ну что еще? Откуда стоит знать, чего у нее кольки такие дикие? Может, отравилась? Может, сбой? Ну вот, все. Значит, влили тампонол. Ну, раздутия не было, можно было влить и чимерицу. Зато 700 рублей там осталось. Купил укол обезболивающий, купил градусник, потому что не знаю, куда свой засунула.
с испугу вылупив глаза. Что я еще купила? А, ну и дротаверин еще купила в уколах. Вот и получилось. С этой тысячей я испугалась, я перенервничала. Я говорю, да что ж такое? То одну только сдули, теперь другая. Ну ничего, подоила вот в обед. Все наложила, она прям накинулась. Она же прибежала еще 9:30 домой. Молодец, какая умница, прибежала 9:30. Хорошо, я уже была дома. Я звоню мужу, он в овраге внизу. Ну вот, видите, как ей стало больно, ей стало плохо, она прибежала, она хвостом по себе бьет, она ложится, сгинается, выгинается, ляжет, встанет. Ну, дротаверин помог. Ну, вроде, кто его знает, что. Да ничего. Кто его знает, что, может, траву какую ядовитую сожрала. Ну, у нас тут тоже разнотравие, что только не растет. Ну, продолжаем дальше. В общем, поставил вот им водичку. Слабенькие, маленькие. Ну, в общем, вот так. Хотя им сегодня уже 2 дня. Ну ничего, а то в том году она бедная 2 раза, 2 срока отсидела, вообще ни одного не высидела. Так, пойдемте броличиков кормить. Так, вот эту красоту я сюда засунула, потому что она уже начала шкодить, она начала уже водить по соседям, в любую дырку они залазят. Так что они тоже сидят в сарае. Цып-ц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 ып. Ну, молодцы. А вон теперь и бройлерчики. Ну вот. По-моему, подросли, как на ваш взгляд? Цып-цып-цып-цып-цып. Ну вот, вы уже знаете, что надо цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-ц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 ып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Молодцы. Ну. Так, а мы что лежим? Бежим. Молодцы. Так, все кушать. Никто не стоит в углу. Ну, красота. Водичку надо поменять. Сейчас этим и займемся. Ну, на этом и все. Небольшой отрезок жизни ЛПХ в один день закончен. Ну, а сами вы понимаете, сколько дел за кадром остается. Чтобы весь день показать, вам надоест смотреть просто. На этом все. Пока-пока.